Добрый день, уважаемые подписчики! Ко мне часто с вопросом обращаются родители малышей 2-3 лет, которых беспокоит внезапное изменение в поведении ребенка. Еще недавно такой спокойный, послушный малыш вдруг становится агрессивным, непослушным, он устраивает истерики, постоянно капризничает, и на все предложения родителей, ну или почти на все, отвечает словом «нет». Что это такое? Почему так происходит? Вполне возможно, что ваш ребенок переживает кризис 3 лет. И его иногда называют кризисом негативизма. Сегодня мы с вами подробнее остановимся на этой теме, поговорим о том, почему так происходит, какие проявления в поведении ребенка имеет этот кризис. И самое главное, как правильно родителям реагировать на все на это. Как помочь ребенку пережить этот сложный период для него и сделать так, чтобы это ему помогло расти и развиваться дальше.